Буквально через несколько минут в городе Ганцевичи начнется празднование Дня молодежи. Что же сегодня вы сможете увидеть? Это и автоледи, автомен, холлифест. Также для нашей молодежи приготовлена зажигательная дискотека. И все это пройдет прямо сейчас. Этот праздник лучший в мире, день веселья и тепла. Не сиди, мой друг, в квартире, отложи свои дела. Ибо иди на воздух свежий, вместе с нами веселись. Вспоминай как можно реже про обыденную жизнь, так как праздник молодежи раз в году, как Новый год. Веселиться каждый должен в этот день. Друзья, вперед! Чего же ждет от этого праздника наша молодежь? Разных позитивных эмоций и все. Давайте же спросим, чего ждет от этого праздника приезжие гости из города Пинска. Пожалуй, мы ждем, если не совсем серьезно, то, наверное, максимально быстрого его окончания, успешного. А если серьезно, то, наверное, максимального удовлетворения всех его посетителей в плане танцев, в плане развлечений, в плане конкурсов и всего прочего. Ну, то есть вы ждете, скажем так, большой феерии, да? Ну, как минимум средний, как максимум большой. Ну и на этом мы пока отвлечемся. Буквально через несколько минут мы сможем увидеть что-нибудь интересное. Дамы и господа, внимание! День молодежи, о котором весь год говорили у нас в городе и который все ждали, уже начался! Ура, товарищи! Аплодисменты! Не стесняемся, не скупимся на эмоции! Привет, друзья! Поздравляем вас с праздником и желаем молодости, здоровья и оптимизма! Молодежь – это самый великолепный, самый активный подвид нашего замечательного человечества. Именно нам предстоит жить в новом обществе. Сегодня наш праздник. День молодых и энергичных. Быстрых и симпатичных, веселых и умелых. Кстати, сегодня у вас есть замечательная возможность в этот праздничный день поздравить всех жителей и гостей нашего города с Днем молодежи. Мы предоставляем слово вам всем, пришедшим на наш праздник. Давайте все дружно, громко и весело крикнем «Поздравляем!», чтобы услышал весь город. Приготовились? Три, четыре. Давайте все вместе поздравляем! Поздравляем!
Пока как-то было очень тихо, пока не совсем слышно, поэтому, друзья, давайте объединим свои силы, постараемся и все-таки поздравим наш замечательный город с этим Днем Молодежи. Ну что, правая сторона, надеюсь, готова, у левой стороны тем более нет выбора. 3, 4, поздравляем! Здорово! Ну а наш праздник продолжается! А ты молодой и талантливый ты, у тебя есть идеи, у тебя есть мечты. Союз молодежи, приходи поскорей, найдешь ты себя и надежных друзей. Ну-ка, парни, отзываемся, кричим, не знаю, топаем, хлопаем, подпрыгиваем, что еще можно? Сквозь землю только не проваливаемся. Давайте попробуем еще раз. Самые парни. Крутые парни есть здесь. То есть вот в случае чего куда-то убегать там, не знаю, от родителей или еще от кого-нибудь, так парни, быстренько. А как сейчас отметится, так все? Парни, не дело. Тем более мы вон видим, там стоят некоторые парни, слегка отлынивают. А самые красивые девушки у нас есть? Девушки, докажите, что хоть вы у нас тут немножко серьезнее подготовлены. Вот, сразу видно, сразу видно. Парни, берите на заметку, девушки у вас, у нас здесь, Ганцевича гораздо более, я не знаю, смелые, что ли? Итак, мы доказали, что в нашем городе, что, наверное, еще пока по-своему под вопросом, но я надеюсь, скоро изменится. Самые крутые парни и самые прекрасные девушки. А еще наш город самый красивый, что бесспорно. Здесь живет такая замечательная молодежь. Городу ура! Молодежи ура! А теперь, дамы и господа, позвольте ознакомить вас с программой нашего праздника. Итак, что нас ждет? В 17.30 начинается районный молодежный конкурс «Автоледи и Автомен 2017». Позже, в 7 часов вечера, то есть 19.00, начинается фестиваль красок «Холи Фест», который многие так ждут. В 21.00 начинается концертная программа с участием образцового хореографического ансамбля «Вдох танца» детской школы искусств. Ну и в 22.00 начинается диско-программа с таким неожиданным названием, как «Зажигает молодежь». Ну а также в течение праздника мы приглашаем посетить вас тематические площадки, а именно сувенирную лавку, так называемое селфи с книгой, выставку спецтехники, спортивную площадку и многое-многое другое. Приятного всем отдыха и ярких впечатлений! Молодость – это прекрасное состояние и пора жизни. Провести ее и прожить нужно так, чтобы воспоминания остались на всю жизнь. Ну, конечно же, речь идет о положительных эмоциях и впечатлениях. А каким способом можно получить большую порцию позитива? Дамы и господа, есть какие-нибудь идеи? Скорее всего, самый простой способ именно сегодня получить наибольшую порцию позитива
и хорошего настроения, это обкидаться красками, а потом танцевать с этими красками на лице и позже 2 или 3 дня отмывать одежду от этих красок и еще пару дней отмывать лицо и конечности, на которые попала эта краска. Если у вас есть какие-то идеи, не стесняйтесь их кричать, мы, скорее всего, даже их услышим. Конечно, ты прав, а еще положительные эмоции можно получить, созерцая прекрасное. А что может быть прекраснее женщины? Ну, не знаю. Женщина, в принципе, самая прекрасная вещь, которая есть. Не вещь даже. Женщина, в принципе, самое прекрасное явление, которое есть на нашей планете. Может быть, женщина за рулем? Это шутка, надеюсь. А как же мужчина за рулем? Возможно. Итак, уважаемые друзья, впервые в нашем городе проводится районный молодежный конкурс «Автоледи» и «Автомен-2017». И мы с удовольствием передаем микрофон нашей соведущей Анастасии.